Колебания температуры от плюса днем к минусу в ночное время пока не позволяют образоваться прочному льду на Припяти и других водоемах Мозырского района. При этом, говорят специалисты освода, тонкий лед привлекает как играющих детей, так и взрослых любителей рыбалки. Только за последнюю неделю у Гомельской области два утонувших рыбака. Спасатели напоминают, чтобы не пополнить этот скорбный список, важно обезопасить себя. Выход на лед разрешен только, когда его толщина достигла 7 сантиметров, если идет один человек, или 12 сантиметров, если идет группа. В воде верхняя одежда тяжелеет, сковывая движение, поэтому нужна специальная экипировка. Например, без надувного жилета даже профессиональный пловец может не справиться с нагрузкой. Детей на зимнюю рыбалку и вовсе брать не стоит. Родителям в зимний период важно контролировать местонахождение детей и не пускать их к водоемам. Всего в Гомельской области в этом году утонули 60 человек. 7 из них несовершеннолетние. В Мозырском районе большая вода унесла жизнь троих.